Итак, люди, рожденные 4 числа любого месяца, это люди-борцы. Им суждена власть, да, для людей 4 года, да, кто родился 4-го, отличается надежность, верность друзей, сильное плечо, которое они готовы, в принципе, предоставить в сложную минуту. Они всегда могут выручить своих друзей. Как друзья, они надежные, да. У четверок очень развита семейственность, то есть они оберегают своих родных и близких. В юности они набивают шишки, потому что они любят властвовать, любят командовать, да, любят брать верх на своем, да, в качестве своего характера. А для четверки в первую очередь важна стабильность, постоянство, личные качества человека. То есть он ищет, человек с четверкой, он ищет не страсть, не эмоции, а человека, на которого можно положиться, да, в массе других дел, чтобы он был такой же надежный, как и они сами. Также он чувствует в домашней обстановке, четверка зачастую, да, ленива и тяжела на подъем. Однако, как только он чувствует стимул или проявление каких-то ресурсов, да, особенно материальное, то тоже поднимается с дивана и начинает действовать, да, не спит, не ест, а все добивается своего успеха. Однако, когда мужская сила, мы знаем, что четверки это мужской, да, психотип, по Таро это у нас с вами император, да, в нем главная решительность, да, он позволяет себе как решил, так и будет. Их очень трудно перебороть на другой берег, можно сказать. Она позволяет принимать важные решения, находить точки выхода, да, из проблемных каких-то сложных ситуаций. Если обладатель четверки женщины, то ей следует работать на своей женственности. Как правило, это женщина с мужским характером, либо с мужским стержнем, которая привыкла сама думать, сама решать и сама властвовать над собой и контролировать всех, включая всю семью вместе, и взвалить на все свои плечи. Такой человек, он более трудолюбивый, да, он более трудится. Такие люди, как правило, хорошо для работы, могут руководить обществом, это тоже очень хорошо, но также они более трудолюбивы, нежели чем женские качества, нежели чем поделать дома. Бывает того, что четверка больше работает, чем бывает дома. Работает она на износ. Она очень хорошо трудится, и у нее все очень хорошо получается. Они имеют одну из лидирующих, да, нам позиций, четверка. Но если вы женщина, я вам рекомендую чуть-чуть ослабиться, да, и позволить себе расслабиться и наслаждаться отдыхом. С вами была я, Наталья Гудкова. Пока-пока.